Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я вел себя очень-очень хорошо. Учился на одни пятерки и слушался родителей. А вчера на тренировке я сделал 2 голевые передачи и забил 3 гола. Пожалуйста, сделай так, чтобы следующий год стал годом футбольного клуба «Краснодар». Тут кони интересуются. Что насчет года лошади? Хватит им этого года. Следующий будет год быка.